Но! Ну-ну. Все хорошо. Но! Ола. Примкнул к террористам из Либертад и следует за... Vamos. Ты умничка. Не бойся, не обижу. Похоже, это Хуан. Красавчик. Но! Воу! Чудесная псинка! Красавица, да, красавица! Что такое чудо? Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Кирате, Чечне. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Так, Гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарк, Буэлло. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно, а потом поймешь, что подсела, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Конь!
Бинго! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься Гуапо. А я испортил хорошую книгу. Буэно мисосиос, вамонос! Кажется, мы здесь как-то загостились. Прицепную! Я пьян, но не до такой степени. Я за тобой, старик. Гуапо хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Гуапо! Ладно, надо сваливать отсюда. У тебя внимание слабее, чем у кота под коксом. Вамонос! Видно, что не впервые пушку держишь. Как тебя зовут? Дани. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтра. А Хуан, подожди. Вперед! Видишь дым? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровала? Порох и клей Супремо. Это как Сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. Хотя бы ты со мной, Гуапо. Гуапо, иди! С оружием я или нет, военные меня пристрелят. Гуапо, фас! Крокодил!
Хороший кокодрилло. Думаю, это пригодится. Еще хлам для Хуана. Отрубим змее голову, и пусть труп Либертата сгниет сам. Да, так-то лучше. Я нашла твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило восьмое. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пыталась уплыть с беженцами, но без толку. Да-да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жила в приюте в Эсперансе. Потом служила в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило 20-е. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Конью. Если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да. Пока что точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили. А починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает. Но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и девятое правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так... Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, Хефа. Кто она? Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом. Теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани. Пора научить тебя ресольвить, Дани. В 6 лет я поставила на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то ресольвить. А я не о том. Для повстанца ресольвить — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос.
любыми средствами. Продолжай. Верстак, лучшее оружие повстанца. Давай, Даня, давай займемся оружием.